Давай, идем! Заходим здесь. Нужно зачистить здание. Вперед, товарищи! Бомбардировками.
Первым этажом все! Отлично! Теперь жди! Сейчас Паша привлечет внимание этого гада! Паша! Давай! Да! Серое здание! Второй этаж! Молодец! Теперь пойдем! Нужно еще отбить горсовет. Контратаки! Занять оборонительные позиции! Они готовятся к атаке! Вон они! Держитесь, ребята! Беглый огонь! Еще один пулемет!
уничтожить цель! Надо все три года! После фонтана! Бегут все! Ничего, мы им еще покажем. Год. Лис пустыни. Фельдмаршал Эрвин Роммель прибывает в Ливию, чтобы принять команду над группой армий Африка. В течение нескольких месяцев Роммель, восходящая звезда немецкой армии, отвоевывает территорию, оккупированную силами британского содружества до его прибытия. Несмотря на серьезное численное превосходство британских сил, более высокая дальнобойность и крепкая броня немецких танков позволяет Африке вести успешную войну с союзниками. К июлю 1942 года Лис пустыни и его неостановимая группа армий Африка провели ряд классических молниеносных атак и оттеснили британские силы из пустынь Ливии в Египет. Теперь в конце 1942 года закрепившиеся всего в 60 милях от Каира силы британского фельдмаршала Монтгомери, включая пустынных крыс из 7-й бронетанковой дивизии, готовятся окончить немецкое наступление и перехватить инициативу. Thank you.
огонь на подавление! Прикрой!
Я перезаряжаюсь! Взорвите его дверь! Живо! Есть, сэр! Дэвид, поищи документы в блиндаже! Заткнись, МакГрегор! Но... Я сказал, заткни хлебало, рядовой! Так точно! Дэвис, МакГрегор, на самоходку, быстро! Здесь все!